Сегодня Юлия Купецкая посетила с рабочим визитом Центральную библиотеку имени Чехова. В этом году учреждение культуры будет отремонтировано. Примерная стоимость 10 миллионов рублей с учетом приобретения нового оборудования. Деньги предусмотрены в бюджете городского округа. Аукцион по выбору подрядной организации объявлен. В смету внесены работы по капремонту в фойе, части помещений на первом и втором этажах и на лестнице. Юлия Купецкая пообщалась с участницами коллектива «Кукольный дом». Им выделена вот эта просторная комната на первом этаже для занятий, которая проводится два раза в неделю. Здесь сделают новое освещение. Выровняют стены, поставят новую мебель, двери и выставочные шкафы, где разместятся работы рукодельниц. На окна повесят жалюзи. Здесь же будут проводить и другие мероприятия, например, творческие встречи вечера. Библиотека станет площадкой участницы губернаторской программы «Активное долголетие». Помещения библиотеки, они действительно очень актуальны, они подходят для того, чтобы мы могли создать и дополнительный досуг, развитие дополнительной кружковой деятельности, дополнительных занятий, мест встреч пожилых людей, но и посмотреть возможность привлечения и их в библиотеке, и, возможно, те же бабушки, которые придут, или дедушки на свои занятия, да, в кружок по интересам, приведут своих внуков, а может быть и правнуков, для того, чтобы те провели свое время в библиотеке. Напомним, Центральная библиотека капитально не ремонтировалась несколько десятилетий, так что грядущие перемены ожидаемы.